пока ты не поймешь, что дело в красоте или длине ног. Масса красивых, очень красивых девушек, так же одиноки, как и ты. А почему? Спроси меня, почему? Да потому что они тоже ищут свою вторую половинку. Я хочу сказать то, что каждый ищет того, с кем ему хорошо и уютно. И тогда не важно, какой у тебя цвет волос, рост. Важно совсем другое. Важно, какое место ты занимаешь в жизни этого человека. Принимай себя такой, какая ты есть, и ты увидишь, мир тебе улыбнется. Откуда столько мыслей о том, что нет?